Сегодня мы расскажем вам о человеке, который обманул огромную страну. Человек, который чуть не разрушил экономику целого государства. Сергей Мавроди. МММ – одна из крупнейших афер за всю российскую историю. Финансовая пирамида, которая нанесла ущерб в 100 тысяч рублей, обманув около 15 миллионов человек. А 100 тысяч рублей были немалой суммой даже для государства. Сергей Мавроди основал ее в 1992 году. С самого детства этот парень отличался от своих сверстников своими способностями в точных науках. Поэтому после школы Мавроди поступил на факультет прикладной математики. Но по специальности Сергей проработал недолго, всего 3 года. А потом решил попробовать себя в опасной деятельности бизнесмена. Для начала он начал изготавливать аудио и видеозаписи, при этом он числился как ночной охранник, чтобы ему не предъявляли за тунеядство. Но его поймали, Сергей сидел 10 суток, и милиционеры сказали ему завязывать со своим мелким бизнесом. После чего Мавроди стал более осторожным и до начала перестройки больше не попадался. Середина 80-х. Расцвет кооперативов. Сергей Мавроди не упустил этой возможности и занялся кооперативным бизнесом. Вместе со своим братом Вячеславом и некой гражданкой Муравьевой они зарегистрировали объединение МММ, которое прославилось на весь СССР. Эта компания занималась очень прибыльным делом – торговля импортной экотехники. При помощи рекламной кампании и способностям Мавроди в 90-х МММ стала лидером на рынке. Эта компания уже имела около 30 филиалов по всему СССР, более 300 фирм и свой МММ-банк. Все было хорошо у братьев Мавроди, пока налоговая инспекция не начала проверять данное объединение. Оказалось, что компания МММ не оплачивала налоги, и в итоге их банк закрылся. А другие банки уже не давали кредитов, из-за чего Мавроди решает переходить с торговой деятельности в финансовую. Для начала компания начала предлагать ценные американские документы инвесторам, а вскоре МММ начала продавать свои акции по цене в 1000 рублей, обещая инвесторам хорошие проценты. Как и с прошлой компанией, Мавроди не экономил на рекламе, из-за чего люди, не знавшие о проблемах МММ, бежали толпами, неся все свои драгоценности. Заработок одного офиса компании МММ составлял почти 50 миллионов долларов в день. Вся прибыль уже считалась в комнатах. Ажиотаж также подогревала реклама, где простые люди из народа богатели благодаря компании МММ. Нравится наше видео? Тогда подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк под данным видео, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А также делитесь этим видео с друзьями. А мы продолжаем. Вскоре опять начались проблемы с налоговой. Из-за неуплаты налогов компанию оштрафовали на 50 миллиардов рублей. Хотя компания и могла платить штраф, и скандала можно было избежать. Но Мавроди решил с налоговой вступить в конфликт. Как бы вкладчиков это не интересовало, они понимали, что у компании МММ большие проблемы, из-за чего начали как можно быстрее продавать свои акции и билеты. Поначалу компании спокойно выполняли свои обязательства, но средства заканчивались, и выплачивать было нечем. Люди по несколько суток стояли в очередях в офисах компании. И единственное, что смог сделать Сергей Мавроди, это заявить, что цена акции падает сразу в сотни раз и становится равна первоначальной цене 1000 рублей. Начались колоссальные беспорядки, люди устраивали стычки с милицией, перекрывали дороги. Поэтому МММ решила распустить несколько слухов. Одним из них было о том, что компанию МММ закрыл сам Ельцин. А второй слух был о том, что около 15 КАМАЗов с деньгами движутся к офисам, чтобы расплатиться с вкладчиками. Благодаря этому беспорядки смогли утихнуть. И после Мавроди заявил, что цена акции будет расти в 2 раза быстрее. Из-за этого вкладчики снова начали становиться в километровые очереди. А Сергей Мавроди в это же время уже оказался под следствием. Департамент обвинил его в неуплате налогов, и после чего было постановление об обыске квартиры главы МММ. Но Мавроди отказался впускать в свою квартиру. Тогда правоохранительные органы на веревках пробрались в квартиру через балкон. Также обыск был проведен в одном из офисов компании. В итоге братьев Мавроди доставили на допрос в налоговую полицию, откуда Сергея отправили за решетку. Для вкладчиков это была причина усилить панику. Они устроили митинг у главного офиса МММ и требовали от налоговой вернуть все их сбережения. От налоговиков был услышан только отказ, из-за чего инвесторы собрались возле Белого дома и требовали выпустить на волю Сергея Мавроди, чтобы тот наконец-то отдал их деньги.
Но следствие предъявило Мавроди еще одно обвинение. В воспрепятствовании обыска Сергей не сидел без дела и зарегистрировался в кандидаты в депутаты Госдумы. На всех предвыборных комиссиях он только обещал «стану депутатом, верну деньги». В это же время адвокаты Мавроди атаковали суд жалобами о незаконном аресте, после которого Мавроди оставался на свободе, не мог покинуть страну. Выборы были выиграны, из-за чего глава МММ стал неприкосновенным для следствия. Правда, инвесторы не получили свои обещания. А Мавроди даже не начинал делать выплаты, но попытался раскрутить новую пирамиду с акциями, правда, это уже никому не было интересно. В депутатах Сергей пробыл недолго, в парламенте он появился всего лишь один раз. У Мавроди все было хорошо, пока не был поднят вопрос о его неприкосновенности, вечных отсутствиях на заседаниях, а также история с МММ и продолжением коммерческой деятельности. Вскоре неприкосновенность главы МММ была снята. Следствие продолжило свой процесс. Прежним обвинениям добавили еще и мошенничество. Правда, арестовывать Мавроди не стали и даже не вызывали на допросы. Последний раз о себе заявил Сергей, когда решил испытать удачу и попытался стать кандидатом в президенты РФ. Но его быстро отстранили. После чего Мавроди исчез с поля зрения. Сначала его объявили в розыск внутри страны, а после его искал Интерпол. Предположения были разные, что он сбежал из России и прятался в Европе. Вскоре стало известно, что он даже не покидал Москву, жил в квартире в заперти. В это время он создал еще одну пирамиду, только всемирную, зарегистрированную как «Азартная игра». После ареста он рассказал, что скрываться такое долгое время ему помогала личная служба безопасности, которая была на таком же уровне, как и та, которая его искала. Она состояла из бывших сотрудников правоохранительных органов. В итоге Сергей Мавроди был направлен в колонии строгого режима на 4,5 года. До сих пор неизвестно, куда делись все заработанные деньги компании МММ. Есть слухи, что они были спрятаны в одном из поместий на Рублевке, откуда они были разворованы. А также ходит вопрос, сколько Мавроди вложил в рекламу своей незаконной деятельности. 26 марта 2018 года Сергею Мавроди стало плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова в городе Москве. Он жаловался на слабость и боли в сердце. Случайный прохожий вызвал ему скорую. Врачи доставили Мавроди поздно ночью в 67-ю городскую больницу Москвы, где он скончался от сердечного приступа. Но даже после смерти такого великого авантюриста еще долгое время некоторые личности пытались построить нелегальный бизнес по акциям и билетам давно несуществующего МММ. Спасибо, что посмотрели данный выпуск. Если вы хотите увидеть еще больше интересного контента и получать больше полезной информации, то подпишитесь на наш канал. Нажмите на колокольчик и поставьте лайк под видео, а также не забывайте делиться видео с друзьями. Дальше больше!